Символ рождения и обновления весна приходит и все приобретает новый окрас. Но иногда она томится в ожидании сотни лет. Так весна Боттичелли хранилась в тайниках более 4 столетий. 1 марта 1445 года родился автор «Весны», певец женской красоты, величайший итальянский живописец эпохи Возрождения и представитель флорентийской школы живописи Сандро Боттичелли. Великий живописец писал картины для самых знаменитых королевских семей, в том числе представителей правящей в то время семьи Медичи. «Весна», «Рождение Венеры» и «Мадонна с младенцем» спустя столетия считаются одними из самых знаменитых картин во всем мире. Его росписи по сей день украшают стены Великой Сикстинской капеллы.